Не остаться за бортом жизни и добиться успеха. Такую цель поставил перед собой Евгений Лаптев. Сейчас он студент факультета журналистики. А каких-то 4 года назад юноше поставили диагноз – рак костей. Спортивному мальчику пришлось забыть о своей мечте – карьере футболиста. И начать все с чистого листа. Огромное спасибо всем, кто работает, потому что, ну, можно сказать, благодаря их поддержке в сложную минуту я, ну, обрел новую мечту и новую цель в жизни. Недавно Евгений издал свой первый журнал об японских автомобилях. Такими выпускниками школа особенно гордится. 3 выпуска, 25 детей, 24 из них продолжают обучение. Один ребенок у нас выехал в Китай на лечение и там же сразу поступил в китайский университет. 3 детей у нас обучаются на подготовительных курсах БГУ. Остальные либо очно, либо уже дистанционно. Значит, обучается в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. А начиналось все 5 лет назад. Чтобы поднять центр обучения, организаторы объездили всю республику, установили компьютеры для особенных детей и протянули интернет даже в самые отдаленные села. Учителя прошли специальное обучение, меценаты помогли техникой. А сегодня на 5-летие коллектив школы получил долгожданные подарки – новое помещение и автомобиль. Сейчас, благодаря центру, на дому обучается около 200 детей. Они знают – мечты должны сбываться. Зоя Тенишеева, Доржи Тедопов, «Новости дня».